И всем привет, ребят, с вами Стармайк, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему долгожданному без донат аккаунту. Сегодня у нас новая серия, и сегодня у нас уже 19-е. Давно я уже не записывал видосы по данному замечательному аккаунту. У нас накопилось безумно большое количество контейнеров, и сегодня мы, как всегда, начинаем видос с их открытия на предыдущем видеоролике, который был последний 10 дней назад, уже целых 10 дней прошло у нас с последнего видоса. Набралось 140 лайков. Соответственно, сегодня на этом видеоролике мы откроем 14 контейнеров, как всегда, 10 лайков под видосом. Это один контейнер, поэтому 14 мы сегодня открываем. И сегодня поговорим о том, что у нас произошло за все это время. Помимо того, что мы наконец-таки выиграли краску чемпиона, у меня на этом аке докачался мой Дико Страйкер. Теперь он полноценно МК6 10 шагов. То есть, как только я получаю звание маршал, я смогу получить за 0 кристаллов что страйкера, что диктатора. Полностью качанная модификация МК6 дает МК7, соответственно. И как только я ее получу, мы вместе с вами начнем прокачку дикострайкера до МК8. Также я потихонечку прокачиваю бустера, у меня уже стоит 8-й шаг, ну а по кристаллам как-то, ну не очень, да, кристаллов большого количества у меня нету. По резам, я думаю, что здесь вы уже все видели, здесь у нас в принципе ничего не меняется, 3 резиста у нас имеется, и 250 танкоинов, 160 кокри, кристаллы потихонечку нужны, потому что бустер начинает хавать много, даже я бы сказал, очень много. И, конечно же, нужно не забывать, что как только маршала получаю, начинается прокачка до МК8 дикострайкера, а там тоже крисы будут уходить очень и очень быстро. Но количество контейнеров, конечно, радует, поэтому давайте 14 контов открываем. Смотрим, что нам нападает. Ой, первая красочка хорошая. Бабки сверху. Бабки тоже неплохо. 10 тысяч крисов, это супер. 125 ДДшек. Опачки! Наконец-таки премочка. Сюда премочка. Эта премочка дает нам сразу же маршала. Сразу эта премка нам дает маршала. Очень долго я ждал премку на этом аккаунте. Сюда десятка упала. Супер бомбовая. Было 122. Так, еще 2 конта. Это будет 10. Это будет 10. И теперь еще 4 контейнера. Раз. Два. 3 и 4, еще крисов насыпало сверху. Супер бомба, просто бомбически. Вот это я понимаю открытие 14 контов. 10 дней премочки сюда. Ну и отправляемся выполнять быстро заданки. Заданка захват флага 2 боя, ну не очень приятная. Давайте поменяем ее, регби. И мне надо набить 2000 очков. Если я за этот видос 2000 очков смогу поднять, это будет очень и очень достойно. Поэтому отправляемся в регби. Ну, теперь мне этот моментик радует очень сильно. До звонки 86 тысяч. Я думаю, что даже на заданках на выходных я уже смогу получить маршала на этом аккаунте. И если я его получу до выходных, это будет очень и очень круто. Поэтому, друзья, поддерживаем видос лайком. Обязательно. Дабы мы смогли открыть еще больше контейнеров. Без ваших лайков я конты не открываю. 108 контов у меня сейчас имеется. Поэтому полноценно даже 1000 лайков. Ну, понятное дело, что если бы мы хотя бы там 150-200 набрали на таком видосе, было бы очень и очень достойно. Поэтому смотрим, куда нас сегодня закидывает. Давайте какую-нибудь небольшую карту, чтобы у меня очки хорошо шли. Чтобы мы за, ну, условно там, 1,5, может, 2 боя выполнили все заданочки. Ой, хороший боечек. Хороший. Еще и эта чернушечка. Новая чернушечка. Так, давайте накидывать. Давайте накидывать. У меня целых 10 оверов накопилось на этом аккаунте. Я в шоке от такого большого количества.
Глядишь, у меня скоро танкоины уже будут на какой-нибудь челлендж на покупочку. Да, то есть у меня сейчас уже там 250 плюс недельные конты, плюс с этого челленджа еще танкоины получу. Может, что-то и заработаю интересное. И уже потом какой-нибудь челлендж приобрету. Ну, посмотрим, посмотрим. Наша цель все так же дойти до легенды на этом аккаунте. Ну, и хотелось бы, конечно, до того момента, как я дойду до легенды, чтобы у меня дико-страйкер уже был фуловый с бустером. Если у меня будет дико-страйкер с бустером фуловый и еще 4, ну, а 4, 3... хотя бы три резиста, которые вот у меня сейчас есть на аккаунте, да, это Striker, Shaft и Tesla. Если эти еще три реза у меня будут фуловые, я считаю, что это будет просто успех, реально успех. Вот дойти до легенды со всеми фуловыми модификациями, которые у меня есть на данный период времени, это было бы очень и очень круто. Так, 150 очков. За такую катку было бы неплохо заработать, ну, наверное, чуть больше тысячи. Чуть больше тысячи очков было бы очень неплохо. Но для этого надо сейчас доставлять еще. Нужно обязательно доставлять. Противник не сильный. Я бы даже сказал, может быть, ну, такой. Более удобный для меня. Главное, чтобы мамонт меня сейчас не достал. Ой-ой-ой. Тише. Хорошо. Мне там тиммейт чуть-чуть помешал. Но потом вроде как отъехал. Так, давайте едем. Едем на доставочку. И вот, когда я покупал резист от Теслочки, многие мне говорили, что Тесла особо сильно не нагибает. Но я считаю, что резист от этой пушки, ну, просто необходим. Нифига там заменился кто-то. А кто это заменился? А, это вот эта Вика Тесла, да? Вика Тесла заменилась. Окей, хорошо. Сейчас мы ее унесем. А, ее уже унесли. Так, значит, там не только его мины. По идее, он же сливался на своей Вика Тесле. Наверное, там еще чьи-то миночки. Тиммейт доставит? Да, доставочка есть. Хорошо, хорошо. Но мне было бы неплохо тоже поставить что-то в этой катке, чтобы плюсануть как можно больше очечей. Очечей. Так. Давайте. Плотную накидочку по Вика Теслочке. Сюда, хорошо, заехала. А, понял, мяч в другой немножко зоне. Немножко другой зоне. Так, сюда миночку. Давай, дружочек, братик. Поехали, братанчик. Тушим. Так, и сейчас вот где-то хпшечки, давай. Ааа, добавь мира! И вторая кританула. А как он успевает? А, у него может быть этот... А какой сейчас дрон оставляет мины? Он же не может так мины поставить. Как? Каким образом? Я уничтожаю типа, и у него мины стоят. Еще и дабл мина там стояла. Ну, я мог, конечно, ее объехать. Но я уже чувствую, что у меня как будто резист есть от мин. И я могу их спокойно хавать. Так, куда ты едешь, друг ты мой хороший? Нам надо доставить. Дружочек. Давай, дружочек. Ты сможешь. Я верю в тебя. А если вдруг ты не сможешь, то я тебя прикрою. Так, сделаем не совсем грамотный мув, который я не советую никому делать. Но это было сделано с точки зрения того, если вдруг он прожмет аптечку, то я его смогу слить. То есть хп там не так много у типа. И с таким моментиком я его, в принципе, могу уничтожить. Так, но меня сливают. Хоть и 19 киллов у меня есть, доставить пока что не получается. Не получается. А доставочки, если честно, нужны были бы. Очень даже сильно нужны были бы в этом бою. Есть овердрайв тут. Противник, который ведет через право. У меня этот овер особо погоды не сделает, если честно. Ну ладно. Пофиг, подберу. Нужен мяч. Нужен мяч, газуем за ним. Газуем через всю карту за мячом. Попробуем прожать вот такой вот овердрайв, чтобы на Верочку слить Вика Теслочку. Так, и теперь нам надо решить, с какой стороны заехать. Меня постоянно закрывали справа.
Там есть викинг с овером. Ну ладно, давайте я все равно поеду через право. В надежде, что викинг прожмет овер. Викинг прожмет же овер? Он сумеет? Нет, не жмет. А, не жмет. Давай, давай, туши, туши, туши. Туши, туши. Еще, еще, еще. Еще добавки, 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 добавки. Хорош! Красавцы, лучшие. Молодчики. Вот это сейчас было красиво. За счет викинга сумел доставочку свою и оформить. Там кто-то звонку получил. Так, 500 очков. 500. У нас еще 8 минут. И, как я сказал, если я наберу больше 1000, то это будет хороший результат. Это будет хороший результат. Но вообще, по-хорошему, по-отличному, по-бомбическому, было бы неплохо заработать не 1000, а было бы неплохо заработать полторушку, может, даже. Полторушечка была бы приятная. Но на полторалик, наверное, в такой катке надеяться тяжело. Давайте оформляем еще одну доставочку. 70 очей себе плюсуем. Так, добавляем еще урону. И едем за следующим мячиком. Было бы неплохо раздать сейчас овер. Так, очки получить с овердрайва. И кого-то еще. О, как раз пассажир попался. Супер, на подборчике. И сейчас опять через лево. Там, походу, на этой карте сделали очень большое количество правых респов у противника. Потому что через лево я доставил очень просто. А он сейчас наоборот. Типа и слева, да, есть? Ну ладно, еду отсюда. Мне надо сейчас урончик накинуть. Надо накинуть урончик. Давайте, давайте, давайте. Добавляем. Откатик. Откатик аккуратный. Аккуратный откатик. И миночку. А, нет, мину не съел. Блин, ну я не доставлена. Печки у меня нету, к сожалению. Так, ну 700 очков. 700 очков, это хорошо. Еще 7 минут есть. Может, я и как-нибудь ближе к полторулику и приближусь. А если будет полторушечка, то, может быть, мы сумеем и за полтора боя выполнить наши заданочки. И, кстати, ребят, посмотрите, если не сложно, сколько я смогу за этот видос поднять опыта. Именно опыта, не очков, а опыта. Все-таки у меня уже премочка выпала. А хотя, может, даже и сам смогу этот момент проконтролировать. В бою же сейчас пишется, да? Сколько я заработал? Так, супер! Супер, супер, супер. Вот то, что сейчас доставил, это очень хорошо. При том, что хп не так много было. 845. Мяч в удобной позиции для меня. И у меня есть овердрайв. Я желательно должен его потратить, наверное, быстро сейчас. Прям вот вперед на откаточку. Если бы подобрал бы еще бы мяч, было бы шикарно. Ну ладно, тиммейт забирает. Тиммейт забирает, хорошо. Килд забираю. И вот сейчас было бы вообще неплохо от штока до штока сделать. Сейчас бы вот от штока до штока бы заехало вообще прекрасно. Но меня вот этот молодой человек прикрыл. Поэтому, наверное, я сделаю так же, как он сделал. И раздам ему овердрайв. И дам ему возможность поставить. Не буду я жадным человеком. Не буду я думать только о себе и о своих очках. Дам возможность тиммейту тоже доставить. Все-таки в той ситуации он мне очень неплохо помог. Так, теперь мы забираем аптечку. И было бы неплохо еще забрать дроповую нитрушку. О, там дроповая ДДшка еще есть. Ну ладно, не, она типа особо сильно погоды не сделает. У меня есть своя. Вообще было бы неплохо, наверное, даже чуть урону покидать в такой катке. Потому что сейчас мы быстрые доставочки 2 оформим. И бой у нас закончится. У нас еще 4.40 до конца боя. Поэтому, может быть, сейчас аккуратно я попробую их слить. И потом уже заезжать. Очень большое количество противников там в зоне скопилось. Попробуем сейчас их уничтожить. Потом уже поехать на Верочку. У меня уже ДД на кулдаун ушло. Так, вроде всех зареспили. Пробуем, 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 есть шанс, есть шанс, есть шанс, есть шанс, есть шанс. Да, доставочка имеется, еще один овердрайв у меня сверху появляется. 1150 очков, 1150, еще 4 минуты есть. Почему вот, например, в регби не сделали у нас 10 мячей? 10 мячей в регби и 10 флагов в ЦТФ, мне кажется, это было бы очень неплохо. Почему у нас, например, есть 10 джиггернаутов, но нету 10 флагов и 10 мячей?
То 7 как-то, ну вот, видите, быстро иногда заканчиваются. Я бы даже сказал, очень быстро заканчиваются. И все. Вот закончились, и все. И Габелла. И Габеллочка. Так, тиммейт в очередной раз раздал овердрайв. И, похоже, тиммейт ставит. Не? Мне кажется, что ставит. Очень легко у него там получается залетать. Или не ставит. Офигеть, его еще и уничтожили. Но есть возможность у меня доставить. Но я хочу еще киллов чуть подкинуть. Еще кильчиков чуть подкидать. Чтобы было неплохо. Чтобы в следующем бою мы сразу уже закончили эту заданку очень быстро. 1360. Очечий. Хорошо, хорошо. Мои тиммейты, конечно, могут сейчас закончить эту игру. Там Вика... О, мяч в киллзону сбросили. Ничего себе. Ну ладно. Викинг там тушит всех. 4. 4 танка уже уничтожил. Может, там еще сейчас 5-го унесет. Какого-то тиммейта хорошего мне закинуло. Понимающего. Так, ну вообще 59 киллов для такой катки, наверное, это хороший результат. Но нужно понимать, что мне закинуло довольно-таки слабых противников. Так, давайте мы дождемся овердрайва. Мне надо для него чуть-чуть покилять. Чуть-чуть поуничтожать. Если мы дотянем до него, то смогу, во-первых, очень легко поставить последний мяч. Во-вторых, смогу еще дополнительных очков себе поднять. Так, у меня ДДшка на КД. Единственная неприятная ситуевина. Так, и вот этого Васпика тоже забираем. Сейчас ДДшка у меня с КД выйдет. И надо, чтобы какой-нибудь тиммейт рядом оказался. Чтобы я, если что, раздал ему овердрайв. Так, Васпик меня пушит. Аптечку прожимаем. Так, овердрайв появляется. Супер. Так, даем хорошую тычку. На два танка уничтожаем. Еще бы третьего забрать. Хорошо. Так, и еще добавочку. Добавочку здесь урона. И можно ставить. Да, вроде как хорошо все идет. Блин, ну нет, много противников. Я не поеду сейчас. Надо чуть их раскрошить. Еще и Хантер овердрайв прожимает, еще и Крусейдер овер прожимает. Еще кто-то там то ли звонку получает, то ли еще свой shift нажимает. И вот пожига меня сливает. Не, ну там было очень и очень сложно доставить, если честно. Поэтому лучше рисковать я не буду. Давайте я еще чуть пошмаляю. И вот когда только будет тайминг хороший такой, либо тиммейт сейчас... Где-то мой Викагром должен подъехать. Есть Викагром у меня жесткий. Который может заехать, их слить. О, кстати, он справа. Чистит, да? Да, хорошо, едем. Вот сейчас можно ставить. Сейчас можно ставить. Он зону закрыл. Правую. Делаю байт, что еду назад. А сам возвращаюсь. Единственное... Блин, хапа не хватило. Но тут респы все на штуке. Очень тяжко, конечно, доставки такие оформлять. 35 секунд до конца. 30 даже уже осталось. Нам нужно постараться доставить последний. Постараться доставить последний мяч. Все шансы есть, мяч лежит. И Викагром тоже едет. Давайте вместе с ним. Сейчас мы и попробуем эту доставочку оформить. Так, бомбочка. Ой, чел, 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 чел. Давай, едем, 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 едем. Едем, 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 едем. Едем, туши, 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 туши. 7 секунд, давай, 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 давай. Пошел, 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 кабан. Давай, давай. А, и катка раньше времени закончилась. 5000. 1600. Супер. Супер. Вот вам и катка с премкой. Ой, я только не заметил, не посмотрел, сколько мне дали опыта за бой. Ну, наверное, хорошо дали. Наверное, дали примерно столько же, сколько мне дали. Сколько мне дали кристаллов, столько мне дали и опыта. Так, смотрим, что у нас по заданочкам. Что у нас по заданочкам? Я, кстати, пропустил вроде как 2 дня в этом месяце, не выполнял заданки на этом аккаунте. Надеюсь, что мне хватит звезд, чтобы добить челлендж. Так, ну и 400 очков. Ну, наверное, давайте командный бой, ТДМ-очку быструю запикаю. Постараюсь ее по шурику, прям реально по шурику завершить. И получим еще... Чуть-чуть бабосика, бабосика хорошего. Так, я выполнил вот еще одну заданку с нанесением урона. Мы ее тоже можем забрать. Это 23 уровень челленджа. И забираем вот эти вот замечательные еще
Две заданочки. Получаем еще сверху контейнеры. И сейчас мы еще получим сверху контов за вот эту вот заданку. Да, будет вообще супер. Бомбово. Контейнеры, конечно, фармятся очень в большом количестве. И я думаю, что за счет этих контов мне как раз-таки будет хватать кристаллов, чтобы потихонечку, без ускорений, прокачивать своего дикострайкера уже на МК8. Если все и так будет работать, то будет супер. Так. Это тут уже тиммейты бомбят. Тиммейты что-то бомбят. Только катка началась, а они уже тут за какую-то ерунду начинают говорить. Так, запикало меня против легенд, но давайте попробуем. Давайте попробуем показать что-то интересное против легендочек. Давайте попробуем выиграть. И еще и выиграть с досрочкой. Это самое главное. Выиграть с досрочкой. Мне очков большого количества не надо. Поэтому пробуем. Пробуем. Так. Крит по-молодому залетает. Давайте вообще постараемся здесь пожить, хоть у меня сейчас КД. Расходки. Пробуем, пробуем, пробуем. Покидать урончика. Подобавлять. И еще. 10 очков только. Очень много я урона накидал, накоцал типов, но не добил. Поэтому очков своих я, можно так сказать, не заработал. Хотелось бы постараться в этом бою, ну, забрать первое место. Забрать первое место, я думаю, было бы почетно. С легендами, при том с легендами фуловыми. Да, здесь уже такие ребята. Почти все серьезные. Поэтому пробуем. Диктатор меня тут уносит только в путь. Только в путь. Очки пока не идут. Очки пока не идут. А тут я не искал бы, что прям конкретно фуловые. Я думал, что получше здесь прокачаны. Ребяточки. Оказывается, не так жестко. Но мы проигрываем. Мы проигрываем. Мы проигрываем. Еще и резистов от страйкера сколько? Ужас. Ужас, 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 ужас. Ужас. Нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Вот знаете, что мне еще интересно? Мне это интересно, мой страйкер. Ой, вернее, не страйкер, а брут, который фуловый. Он жестче, чем бустер 7-шаговый. Я имею в виду именно по ДДшке. ДДшка будет какая жестче? От фулового дрона или от дрона, который прокачан на 7 шагов и который дает повышенный эффект ДДшки. Такой интересный вопросик у меня возник. Так, 20% броненосец против. Давайте еще добавочки. Хорошо. Начинать надо зарабатывать очки. А то это не дело на лоу-табе сидеть. Нужно как-то помогать своей команде. А то изначально меня как-то на приемочке довольно сильно задушили. Резисты, конечно, карают очень сильно, когда у тебя не фуловое вооружение. Резисты прям очень больно бьют. Но ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного вообще в этом нету. Нам главное заработать свои 4 соточки. И завершить катку с досрочкой. Поэтому пробуем. Овердрайв раздаю на тиммейта. Добавляю сразу первый килл. Добавляю второй килл с овердрайва. Супер. Так, можно оформить сводку. Ладно, сводку не буду оформлять. Тиммейт тушит с овердрайва. Добавляем урон наверх. Зачем тиммейт бьет в меня? Что за глупые? Что за глупые игроки, а? Так, за счет дистанционочки чуть понакидал. Но не добыв, не добыв, не добыв. Так, 42-41, идем. 42-41. Так, пробуем здесь по Викосмаке накидать. На меня тоже в очередной раз сливают. Довольно плотно против легенд все равно. Сейчас играть на этом аккаунте. Оно и не должно быть легко. Из-за того, что у меня не фуловая прокачка. Но моментами все равно хотелось бы, чтобы было полегче. Чтобы я мог
давать какие-то большие количества очков, а то, когда ты заходишь против более маленьких и своих званий, то там вообще, ну, все изи. Вы видели, да, что на регби было? А здесь уже такие бои, где надо стараться, стараться. Чтобы зарабатывать очки, надо стараться. Надо стараться накидывать уже более аккуратно, более грамотно. Не стоять на респе с мыслью о том, что тебя никто не сможет уничтожить. Да, здесь уже такие моменты не канают. Так, попробуем оформить сводочку. Есть вроде как неплохой тайминг, но мне прилетает какой-то крит. И крит прилетает очень и очень больный. Больной? Или больный? Больной? Больной, наверное, крит. Больной. Так. 56-60. Мы опять начинаем проигрывать. Когда у меня получается давать какие-то киллы, мы примерно держимся с ними на равных. Только меня начинают респить, уже нашей команде не хватает киллов для положительного результата. Поэтому пробуем подкидывать здесь дополнительный урончик. И было бы еще бы неплохо, если бы я бы здесь бы еще бы вот этого, например, слил. Но меня его забирают. 65-62. Здесь, кстати, может не быть досрочки. Здесь довольно медленно киллы у нас идут. Мне надо еще 200 очков. 90% овердрайва у меня есть. Очень важно сейчас прожать грамотный овердрайв на их базе. И желательно раздать вот этому вот крусейдеру. Ой, крусейдеру, паладину. Потому что паладин вроде как играет максимально четко на победочку. Старается здесь со своей зиды максимум пользы сделать для нашей команды. Так, но ему я, к сожалению, овердрайв не раздам. Мне нужен вот здесь овердрайв, дабы пожить и дать пару киллов. Хотя бы еще бы парочку добавить. Рис тушит. Хорошо. Забираем вот этого. Давай, 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 давай. Хорошо, тиммейт забрал. И вот этого надо еще забрать. Давай, давай, давай. Котика, котика, котика. Котик по котику, конечно, маловато залетает. Так, но мы его уносим. Так, у нас теперь есть шансы на первое место в этом бою. Есть хорошие шансы на первое место. У первого 325, у меня 290. Ну и нужно все, что нам сделать, это только чуть-чуть больше урончику дать. Чуть-чуть больше урончику. Можно еще законтролить центральный овердрайвик. Я что-то на него особо сильно не смотрел. А он бы мне бы пригодился. И пригодился бы очень и очень сильно. Так, сюда урон. И еще добавочки. Добавочки, добавочки, добавочки. Добавочки. Хорошо. И еще. Хорошо. Супер крит. Мощный. На 3 кэсика упал. Так, мне заморозили танк. Сразу ДДшку зарубили. Ну ладно, ладно. 25 очков. Разница с первым местом. О, уже даже больше. 40. 50% у меня есть. Единственное, мне интересен момент, когда падает у нас овердрайв. Криты очень больно бьют по оппоненту. Очень приятно, когда они вылетают часто. Иногда их, конечно, не хватает. Но когда вот такую тычку ты даешь, это, конечно, очень достойно. Так, когда у нас падает овердрайв? Я прошляпил все тайминги овера. И сейчас нужно просто подождать его. Хотя бы просто знать, во сколько он будет падать. Если что, я мог следующий, например, взять. Сейчас мне особо-то он погоды не сделает. 80% у меня уже есть. Так, вот этого фриза было бы неплохо сейчас слить. Он меня может неплохо так подбесить. Он стоит еще под стенкой. Не поехал. Ах, миночку не схавал. Так, вот сейчас, наверное, там падал овердрайв. Наверное, должен был падать, потому что я долго контролил его. Но его я опять не вижу. Уж его опять забрали. Пробуем сейчас свестись вот по этому титану, только не вылези. О, боже. О, боже. Так, вот, все, я овер заметил. Падает в 5.30. Хорошо. 5.30 овер, это шикарно. Давайте сводочку дадим контентовую. И она опять не была не нужна.
Вот поэтому, друзья, не стоит сводиться на дикострайкере, потому что очень часто бывают такие моменты, когда вы сводитесь, и противник просто-напросто лопается. Он просто лопается. А вы давали сводку, теряли большой промежуток времени. И по итогу противника так и не уничтожили. А могли? Могли. Как минимум 5 очков заработать дополнительных. Так, 400 очков у меня есть. Но у нас задача занять первое место с легендами. Первое место с легендами — это всегда приятно. Особенно, когда у тебя МК 7 вооружение. Ну, я уже так могу говорить, потому что у меня МК 6 фулл. Да. Поэтому можно сказать, что у меня МК 7 вооружение. Ну и 10 дней према, конечно. Я очень долго ждал на этом аккаунте премочку. И, наверное, это будет та самая премка, с которой мы поднимем нашего маршала в ближайшее время. Если у вас есть желание увидеть стрим исключительно по этому аккаунту, то тоже, друзья, пишите по этому поводу в комментариях, и мы его сделаем. Заодно и зафармим неплохо крестуликов. Так, давайте еще по титанчику. Блин, уничтожил он меня, конечно. Неприятно. 25 киллов осталось. 25 киллов. В очередной раз я хотел, конечно же, чтобы у нас не было двух полных 15-минутных каток, но получается все не так, как я хотел. Так, овердрайв падает. И я его прошляпил. Но это был уже последний овер. Больше оверов у нас не будет. Поэтому тайминг мне уже не интересен. Интересен урон и победа. Урон и победа. 100 урона. Это очень, конечно, много. Но я хотел бы чуть побольше. 700 от мины. Блин, аптеку заберет. Офигеть. Какой же жесткий вот этот дикострайкер. Сколько по нему надо кидать урона. Так, а я его все равно слил. Супер. Но у нас 9 киллов отрыва. Не есть хорошо, когда у нас 9 киллов отрыва. Надо на верочку заканчивать. Надо заканчивать на верочку. Нельзя давать шанс противнику на победу. Оп. Хорошо. Еще. Там хорошая по викинга. Смоке залетела. Ай-яй-яй. Сколько мин. Так, ну и все, походу, да? Сейчас мы прожимаем последний овердрайв, и эта катка заканчивается. 12 киллов у нас. Опачки, вот это что за пассажир тут? Интересный такой. Давай-ка мы тебе сводочку оформим. Контентовую. Хоть и не с большим уроном. Так, надо, чтобы сейчас эта дико Изида пожила немножко. Поживи, друг, поживи, поживи. Я тебе овердрайва раздам. Поживи, поживи, братик. Поживи. Стой. Хорошо, овердрайв раздал на всех. Миночки через правую зону противник поставил. И мне надо сейчас попробовать слить вот этого минера. Ну, конечно. Ух, хорошо, супер, слил. Это очень вовремя. Так, и вот от этой дико Теслы мне было бы неплохо убежать. И теперь добивать. А, нет, смотрите, овердрайв еще успел один упасть. Так медленно у нас киллы бьются. Я еще один овердрайв сумел подобрать. Ну тогда мне надо его еще раз дать. Блин, уничтожился. Надеюсь, что это не повлияет на исход матча. Так, давай. Овердрайв. А, так я уничтожился специально, чтобы овер успеть прожать. Получается так. Так, 2000 опыта за катку и 2600 кристаллов. Даже в том бою, в котором, ну, у меня не особо много чего получилось сделать против легенд. Но нормально, второе место с отрывом 80 очков. Заканчиваем мы этот бой. Так, ну и забираем еще одну неделю, ежедневную заданочку. Получаем еще The Viost. У меня стало 1600 и 9 дней. Ну, наверное, по идее, должен успевать пройти этот челлендж. И забираем еще один контейнер. Вот такое красивое у нас число стало. 111 контейнеров и 200 целых 10 тысяч
кристаллов уже на аккаунте имеется. Как-то так, друзья, как-то так. Поддерживайте видос обязательно лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.